Итак, ребят, мы сделали искусственные баррикады платные при вхождении в другую комнату. Мы сделали платное оружие на стенах. Мы сделали искусственный ландшафт, ну, типа холмы, впадины. Теперь нам предстоит это все проверить в действии. Для начала мы откроем лаунчер. Вот, ярлык был создан нами на столе. Выбираем карту списка карт. Выбираем папку мода. Вот она карта. Выбираем следующие боксы. Compile BSD, Compile Light, Connect Path, Compile Reflection, Build Fast File. Compile. Это может занять как и 10 минут, так и 5 минут. Все зависит от того, насколько ваша карта весит. Итак, первая часть компиляции завершена. Переходим к второй. Выбираем мод Builder. А также выбираем папку с картой, карту. Выбираем следующие боксы. Build mod FFS файл, Build AVD файл. И выбираем все боксы в этом окне. Build. Вот и все. Так, будьте внимательны. Ваша карта сохраняется в компьютер, например, ну, пользователь. Application Dead. Это папка скрытая. Чтобы ее открыть, мы должны нажать Alt. Сервис, параметры папок, вид, показывает скрытые папки. Окей. Application Dead, Local, Activision, CodeWAP, Mods. И вот где-то наша карта. Вот она. Так. И теперь мы проверим нашу карту в действии. Запускаем при этом игру. И вот, ребят, мы будем проверять нашу карту в действии. То, что мы сделали баррикады, мы сделали искусственный ландшафт, ну, кратеры, холмы, мы сделали платное оружие на стенах. Теперь нам нужно это все проверить в действии. И мне поможет мой друг-тестер, зовут его Дэн. Дэн, привет, передаю тебе слово. Всем привет. И для того, чтобы запустить нашу карту, первое, что нам нужно сделать, это включить наш модификатор. В главном меню выбираем модификаторы. И находим нашу карту. Нази зомби, нижнее подчеркивание, карта. Запускаем. Игра быстро перезапускается. На наш модификатор. Для того, чтобы включить нашу карту в одиночном режиме, нужно открыть консоль. Если же у вас консоль не открывается, заходим в настройки управления, параметры игры и включаем наш консоль. Открываем консоль. Пишем на английскими буквами map, map, пробел, nazi, нижнее подчеркивание, zombie, нижнее подчеркивание и название нашей карты. Если вы активируете эту пропись, у вас запустится карта. Я этого делать не буду, мы сейчас буду показывать, как начать играть в совместном режиме с другом. Открываем совместная игра, онлайн хост, параметры игры, режим меняем на зомби-нацисты и выбираем нашу карту. Окей. Пригласить друзей, выбираем нашего друга, отправить приглашение. Все, мы приступаем. Итак, мы сейчас все проверим, как все будет работать. И узнаем, совершили ли где мы ошибку. Вот. Так. Тут вроде все правильно. Ну вот сейчас мы это проверим. На очков набить. Смотри, я не могу праздник. Видишь, требует цену. Да. Шкаф не пропускает. Все отлично, вроде. Как помните видео, мы ставили цену 1000. Ее можно поставить так и 2000, так и 1750. В зависимости от цены в вашем скрипте. Сейчас мы откроем эту дверь. Это я покажу позднее. Так, открываем дверь. Все работает в идеале. Да. Так, и сейчас купим оружие. Мы видим наш ландшафт, горы наши зеленые, падины. Итак, проверим, получилось ли у нас сделать покупаемое оружие на стене. Вот первое. Получилось. А, подожди. Мы слишком глубоко засунули модель в стену, поэтому она вылезла не до конца. Прощаемся. Давай. Всем пока. Подсоединяй меня.